Алла Борисовна, вам есть задание. Пол мыть не буду. Да какой пол, уже помыли. Так, значит, с вами произошел несчастный случай. Вы упали с лестницы, сломали ногу. Вам плохо, и на смертном одре вы решили увидеть своего любимого сына. Угу. Опять что-то не заладилось, да? Как что-то не так, так сразу со мной несчастный случай. Все, Сонькины, Сонькины дела. Алла Борисовна, слушайте, не тяните, время, время. Идите к себе, готовьтесь, а я пока вызову скорую помощь. Угу. Сейчас. Мне моя нога дороже. Дороже мне нога, слышишь? У меня скоро свадьба. Я что, под венец? В гипсе буду ковылять? Ну и что, он же белого цвета. Под платьем никто и не заметит. А брачную ночь я как буду проводить? В инвалидной коляске? Слушайте, вам что, денег мало? Мы вам премию выпишем, понимаете? Не надо мне премию, моя нога дороже. Вы с должности слетите. Мать, это не должность. Мать, это призвание. Ну что случилось? Что случилось-то, господи? Не кричите мне! Сейчас! Анатолий! Что? Что ты думал? Они хотят меня отправить на тот свет. Да ладно, не слушай его, у него это заговор! Это заговор! Помогите! Помогите, люди! Давай, быстрее, быстрее! Люди, они хотят свести меня в могилу! Сейчас буду вызывать милицию! Милиция!